Глава региона Махамбет Усмухамбетов встретился с командой по пароволейболу, завоевавшей серебряную награду на прошедшем недавно лицензионном турнире в Германии. Посмотрев на игру спортсменов, руководитель региона поздравил с успехом пароволейболистов, вернувшихся с призовым местом с международных соревнований. Ваше стремление к спорту является примером для всех жителей, особенно для молодежи. Мы гордимся, что у нас есть такая несгибаемая команда мужественных бойцов. Уверен, что в будущем вы покорите еще много вершин. Сегодня добыли серебро, в будущем, уверен, добьете золотых наград, сказал аким области. В ходе беседы спортсмены подняли интересующие их вопросы. Аким области сообщил, что по ним будут даны поручения руководителям соответствующей отрасли для рассмотрения. Также глава региона Махамбет Усмухамбетов, пожелав успехов спортсменов на предстоящих соревнованиях, вручил им благодарственные письма. Спортсмены, в свою очередь, подарили главе региона в качестве сувенира, привезенный с международного турнира мяч.